Катрин, доброе утро. Доброе утро, Натали. Приятного аппетита нам с тобой сегодня. Прекрасный завтрак. Я думала, будет как-то скромнее. Еще принесли бананы и такой огромный багет, что прямо сейчас наедимся с тобой как следует. И отправимся куда? На водопады. Very well for you. We have the factory here. Yeah, the lakwai was made by strawberry, blueberry and grape. We have a big factory here. Итак, мы прибыли на первый водопад. Водопад Брайан. И он, кстати, самый маленький, но самый дорогой. Сколько стоит? 30. 30, да? Ага. Вот такой выдают нам билетик. Пойдемте внутрь. А вот это растет только в Далате. Ну вот и водопад Фрэнк. И главная его особенность является то, что можно пойти позади него. Доброе утречко, уважаемые телезрители. Сейчас мы находимся у водопада Брайан, где возможно увидеть различные типы животных. Например, слон, на котором можно покататься за 300 тысяч донгов. Посмотрите, какие слоны, они большие, они с сетушками, чистые, едят траву. Рядом находится загон со страусами. Страусы очень быстрые птицы, но кататься мне на них противно. Ой, извините. А вот пчелы бегают, они рогатые, или я совсем не знаю, кто это, но в общем выглядят они очень даже ничего. На них, видимо, тоже можно прокатиться, но стоимость, к сожалению, уточнить нам не удалось. На страусах можно прокатиться за 100 тысяч донгов. Кажется, слон сходит немножечко с ума, бедняга. А вот так вот катаются на страусах. Страус, кстати, непокорная птица. А теперь мы отправляемся на самый клёвый водопад. Водопад Пангур, который находится в 50 километрах от Далата. И лети за ясным солнцем вслед, и бойцу надо не only 10,000 dong. Мы сейчас подъехали к водопаду Пангур, и здесь вход стоит 10 тысяч дон, и работает он до 16:30 с 7 утра. Вот мы даже не выходим вот из машины, нам сразу дали билеты входные. Вот так вот выглядит билет. Ксюш, ты готова? Я стесняюсь говорить при нем свой репортаж. If you are hungry, if you are not hungry, we continue. Don't worry. Okay. Yeah, don't worry. Yeah. This way. Я уже его слышу. Okay, if everyone is tired, call me here. О, это вообще замечательно. Здесь нет пакетных туристов, здесь очень тихо, спокойно, здесь просто супер клёво. И мама Ксюха.
Супер! Супер! Скоро мы увидим этот божественный водопад. И... Вот да, там нет дождя. Он не наполнен сейчас водой, так как период дождя прошел. Или еще не начался. Ощущаешь себя наедине с природой, вообще просто шикарно, тихо, спокойно, расслабленно. Здесь можно просто идти и наслаждаться природой. Советую. Здесь очень влажно, и ощущаю себя как в тропиках. А вот он, Пангук. Залазить. Там нет выступов для кроссовок и ног. Нельзя пройти, только если ты родился в 1992 году. И ты обезьяна по восточному календарю. Ой, носики не сырые. Вот такие фотосессии проводят на Пангуре. Черный перец. Мы, кажется, плоды внутри. Так, мы прибыли на последний наш водопад на сегодня. Слоновий водопад. И Ксюша у нас сгорела. Вон вся красная. Стоимость посещения 20 тысяч. Здесь сейчас нам предстанет уже живописнейшее место. Здесь классно. Нам сказали спускаться очень аккуратно, потому что здесь очень скользко. Тут какие-то рисунки на ступеньках. Выглядит очень так оригинальненько. Ого, здесь так страшно. Обладать недюжиной физической подготовкой для того, чтобы заниматься по всем этим весам. Прибыли в последний пункт сегодняшнего нашего путешествия. Пойти можно сюда бесплатно. И можно здесь попробовать кофе, различные виды. И
time the coffee season, the bean is red. In the coffee season, the bean becomes red color. Mm-hmm. It means the coffee season. And I told you already, the coffee season is usually in November and December, mm-hmm. 2 months. Вот эти вот животные съедают кофе, а потом ими испражняются. Ну, об этом мы знаем. А вот здесь вот лежит целая куча различного, различной стадии. Не знаю, где покакать. Все смотрят. Вот эти животные едят только кофе. Иногда им предлагают бананы, когда это не сезон. Делает. А, цвет меняется. Здесь можно попробовать различные виды кофе, но они здесь дороговато стоят. И первая стоимость – это стоимость чашки, вторая стоимость за 100 грамм. Но, если честно, очень высокая стоимость здесь. И невыгодно ничего покупать. Также здесь представлены различные виды сувениров, которые можно здесь приобрести. Но опять же, так как это туристическое место, то цены здесь завышены. Поэтому пора нам заканчивать сегодняшний день. Уже у всех сели батарейки. Пока-пока!